Сегодня в нашей программе. Спокойствие, только спокойствие. Западная пресса в панике от визита Такера Карлсона в Москву. Возьмет ли журналист-правдоруб интервью у Владимира Путина? Карлсон в Москве. Зачем? Скоро узнаем. Спросили у Дмитрия Пескова и про таинственный визит в Россию американского журналиста Такера Карлсона. За его передвижениями по Москве действительно очень внимательно следят. Карлсон в театре, Карлсон поехал туда, Карлсон поехал сюда. В общем, сам Песков пока не комментирует этот приезд, хотя и у нас, и в зарубежной прессе очень много всевозможных слухов. Якобы гость приехал в Россию, чтобы записать интервью с Владимиром Путиным. Телеканал RT распространил кадры, как микроавтобус Такера Карлсона с телевизионным оборудованием покидает один из московских отелей. Похожие кадры сняли журналисты «Известий». Причем они отследили весь маршрут движения минивэна, и завершился он, как они утверждают, у администрации президента. В сети пишут, что Карлсон договорился об интервью с российским лидером, и в подтверждение публикуются кадры проезда кортежа Владимира Путина. Вот на ваших экранах, как в понедельник поздно вечером кортеж этот ехал в сторону Кремля. Информации о визите Карлсона и потенциальном интервью с Владимиром Путиным разозлило достаточно Вашингтон. Вот издание American Thinker пишет, что если действительно выйдет такое интервью, то разрушится вмиг много мифов о России и о российском лидере. Главный рупор американской пропаганды, канал CNN, пытается противопоставлять вот эту новость о приезде Карлсона в Россию происходящему вокруг финансирования Украины. Давайте мы эту красивую логику посмотрим. Ситуация на Украине такова, что Путин очевиднейшим образом наслаждается моментом как король положения. Взять хотя бы звездный прием Такера Карлсона. Ну просто, боже мой! Вот он, тут, а тут, видите ли, зарядил телефон через USB-порт. Но вернемся. Сенат США не смог продавить финансирование для Украины. Что Зеленский будет с этим делать? Он же видит, что сейчас происходит в Москве. То есть это Карлсон виноват, что Украине не получается дать денег. Красиво люди работают. Нет, ну, блин. Ее бы еще в московское метро бы вот эту отправить, чтобы она там Wi-Fi там увидела, как он работает. Или оплатить через телефон в каком-нибудь магазине там покупку, что тоже, по-моему, для американцев... мягко говоря, с Андрей другой Владимирович, планеты. Вы давно пользовались Wi-Fi в московском метро? Нет. Просто в московском метро так хорошо уже работает телефонная сеть, что никакой Wi-Fi. Я тебе про это и говорю, что, конечно, ну вот видишь, меня тоже надо запихивать периодически в метро. Ладно, я больше не буду ничего про Такера Карлсона говорить, хотя меня прям на языке вертится. Я Ване рассказывал про одну замечательную картинку, которую я увидел. Ну пусть это пока останется секретом.